Христос воскресе. Идет пасхальная неделя, и воскресение, есть воскресение, в котором вспоминается память апостола Фомы. Апостол Фома немножко отличался от других апостолов тем, что имел такой рационалистический склад ума. И когда уже все апостолы знали, что Господь Иисус Христос воскрес, Фома не знал, ему сказали, сообщили, он говорит, не верю. Не поверю до тех пор, пока сам не вложу палец в язвы от гвоздей, в дырки от гвоздей. И пока ладонь между ребер не суну, где копьем пробили, только тогда поверю. И в этот момент является Господь через закрытые двери и говорит, Фома, возьми палец свой и всунь мне в язву от гвоздей, давай ладонь твою и вложи мне в ребра мои. Ну, естественно, Фома в состоянии можно представить, он говорит, Господь мой и Бог мой. И Господь Иисус Христос говорит, блаженны, ты увидел и поверовал, но еще более блаженны те, кто не видел и верует. То есть это уже относится к нам с вами. И это вот свойство апостола Фомы было, когда Пресвятая Богородица была взята с телом на небо, то есть ее похоронили, как положено, а через 40 дней было наитие у всех, что надо бы открыть гроб, посмотреть, и он оказался пустой. Точно так же, когда апостолу Фоме сказали, он тоже не верил, собственно, по его инициативе гроб был вскрыт, увидели, что он пустой. То есть Божья Матерь тоже Богом была взята на небо. То есть это свойство человеческое. Свойство, сейчас оно очень популярное. Многие, вот я пока сам вот не, своими глазами не увижу, не успокоюсь. Так вот, как раз в делах веры, наоборот, вера тогда сильна, когда человек верит Богу. То есть он доверяет Богу. Он не сам вот я должен убедиться, проверить, а вот Бог сказал, все это закон. Сейчас дьявол нам навязывает, и многие люди не понимают, а говорят, есть такое расхожее мнение, это твое мнение, это ты так думаешь. То есть, мол, ты так думаешь, а я так думаю. Нет, то, что мы думаем, это мы думаем. А вот то, что Бог сказал, это Бог сказал. Господь, все, что написано в Священном Писании, это Слово Божие, это Господь сказал. И многие приходят к священнику, начинают спорить и говорят, это вы так думаете? Да не думает священник вообще ничего. То есть он мыслит так, как сказал Господь. То есть Слово Божие для него самое главное. Это основа мышления и менталитета священника. Поэтому священник говорит не то, что там он думает, а кто-то другой по-другому думает, а то, что говорит Господь. И, собственно, вера и заключается в уверенности, в истинности Слова Божия. Но, естественно, кроме того, вера – это еще и дела. А дела, в первую очередь, не только то добро, которое мы… Да, это само собой добро, которое мы должны делать. Это борьба со своими страстями. То есть, злят мы, не злимся, там обижать, не обижаемся. Раздражать мы стараемся, не раздражаться. Нам много что-то нам хочется, а мы подумаем, грех это или не грех, не нарушение ли есть. Это воли Божией, что Бог говорит по этому поводу. Вот. Но самое главное… Суть веры – это общение с Богом. А вот общение с Богом заключается в святых таинствах. Я очень часто к этой теме возвращаюсь. То есть, когда человек говорит, я верую в душе, этого мало. Когда человек ходит в церковь, ставит свечки, или там поставит помолиться, ушел, этого мало. Суть веры – в общении с Богом. И это общение заключается в исповеди, в причастии, в соборовании. То есть, в причастии человек соединяется с Богом. В исповеди грехи прощаются. То есть, происходит общение человека и Святого Духа. А человека и Бога. Только это есть истинная вера. И без этого наша вера неполноценна, и без таинств вера нас в Царство Небесное не ведет. То есть, можно было бы обойтись бы без исповеди, без причастия, Господь бы этого не дал. Если Бог это дал, значит, других вариантов нету. Ну, а теперь хотелось бы еще немножко поговорить на тему, очень злободневную, сейчас весна, призыв в армию идет, и много родителей стараются своих детей не пустить в армию, примить, или как принято говорить, термин ввели, отмазать. Вот. И многие родители прилагают все усилия к тому, чтобы их сын не пошел в армию. Это плохо. Это очень плохо. Почему? Потому что, ну, быть воином – это одно из свойств мужчины, защитником.
То есть защитник – это чисто мужское качество. Это обязанность мужчины. Это его часть мужского, сущности мужской. Это, ну, чтобы женщинам, чтобы матерям было понятней, потому что они больше всего там против армии, чтобы матерям было понятно. Это если, как, например, если женщина не хочет быть матерью, не хочет быть женой нормальной, зачем детей там рожать, ни одного мне не надо. Это нормально, это патология. Точно так же, если мужчина не хочет служить в армии, это такая же самая патология. И, естественно, от таких уже дети нормально не родятся. Это будут эгоисты. А нам Священное Писание говорит, что, это я говорю по поводу самого худшего, что может случиться, что нет подвига выше, чем душу свою положить за ближних своих. То есть это погибшие воины, это я уже говорю самое страшное. Погибшие воины заслуживают Царство Небесное, то есть имеют особую перед Богом благодать. И свойство мужчины – это именно ответственность и самодисциплина. То есть у женщин это намного слабее развито. А у мужчины на высоком уровне ответственность и самодисциплина. И если он не идет служить, не идет защищать свою родину, значит, он не воплощает свое самое-самое-самое главное свойство. А вот практика показывает. Практика. Вот те, кто не пошел, так или иначе, жизнь наказывает их. То есть начинаются проблемы. И потом родители плачут. Лучше бы он в армию пошел бы, чем стал наркоманом. Лучше бы пошел в армию, в тюрьму бы не попал. То есть вот уже как священнику мне с этим вещами приходится сталкиваться постоянно. Говорил, там уговаривал, что надо служить. Они все равно, плохая армия. Какая плохая? Какие мы, такая и армия. Мы вот любим там покритиковать там милицию, больницы, армию. Армия плохая, там милиция плохая, больницы плохие, врачи плохие, все плохие. Так это же мы с вами. Значит, мы такие. Это мы, потому что это наши же такие же братья и сестры. Работают, служат. То есть это часть нас. Значит, это мы деградировали. И естественно, значит, не может быть так, чтобы мы были плохие, наши дети были плохие, а армия для них должна быть очень хорошая. Потом для мужчины, для нормального мужчины трудности, наоборот, полезно. Это закалка, это умение владеть собой. Там пугает дедовщина. Но, во-первых, дедовщина – это изобретение, как выяснилось, американское, ЦРУ. Это нам подбрасывают эти идеи всевозможные про дедовщину. Но, с другой стороны, предположим, дедовщина. Но если солдат, воин подходит с позицией «я тебя уважаю как старослужащего», но сапоги тебе чистить не буду, никакой дед его не тронет. А если он трус по призванию, если он в душе трус и предатель, конечно, они это чувствуют и, естественно, будет. И наоборот, сильный он никогда не поддастся. То есть он не будет провоцировать на ссору, на скандал, там, на какую-то драку, естественно. Вот. Но он и не поддастся на эту дедовщину. То есть кто под нее подпадает, под дедовщину? Именно... Не хочу обижать людей, но подлые люди, у которых душа такая трусоватая, предательская. Вот эти вот, первые, самые, кто идет на поводу у дедовщины, кто являются послушными салагами, если так можно выразиться, так, и они же потом дедами будут. А если он сильный и смелый, он не поддастся на это. И что самое главное, ну уж есть такой, он хороший сын. Ну ведь многие, почему мой сын там такой умный, он такой деловой, он такой, раз такой. Вот если он такой, да пускай он пойдет и всю эту систему переломит под себя, если он такой умный, деловой. А если мы боимся этого, значит, наоборот, получается, что он не деловой, он трус и ни на что не способен. И мы это хорошо понимаем, но считаем, что вот пытаемся обмануть себя тем, что его пытаемся изобразить каким-то хорошим. Вот. А суть армии, так же, как и церкви, это иерархия. Чем сильна армия, чем сильна церковь? Тем, что у нас иерархия. То есть, беспрекословное подчинение младших старшим. И когда в армии четкая иерархия, то эта армия сильная и мощная, потому что она выполняет одну волю
главнокомандующего. А если там начинает каждый свои права качать, это уже не армия, это сброд получится. И всякий мужчина должен это понимать, что это не то место, где свое мнение надо высказывать, и его мнение никому не нужно. Есть мнение тех, кто знает, что делает, и задача любого воина – это выполнять это мнение. И еще раз хочу вернуться к тому, что если мы хотим крепко, мощное государство, об этом всегда говорим, хотим, чтобы оно было крепким, мощным, так, извините, нужна армия, а армия – это наши дети. Значит, мы должны своих детей посылать в армию. И посылать не как не смог отмазаться, а как раньше было, честь. Вот наше поколение, например, боялось, что в армию не возьмут, не дай бог, постоянно здоровье там или еще что-нибудь. Так боялись, чтобы не взяли в армию. И те мужчины, которые не служили, их, в общем-то, это позор был. Они себя плохо чувствовали в обществе, которые не служили в армии. А сейчас не служат и считают себя героями. Но я просто еще раз повторю, что вот из практики хорошо знаю, что вот те, кто не пошел служить, так или иначе, какие-то возникают проблемы, причем тяжелые. Жизнь так или иначе бьет. Потому что если положено, значит положено. То есть любой мужчина должен служить. И это дело угодное Богу. Почему? Потому что, защищая свое государство, он защищает свой народ. Это как раз есть дело любви. Защита своих ближних, защита своих соотечественников. Это есть дело любви. И даже если ты считаешь, что армия – это какая-то там жертва большая, так вот именно принеси себя в жертву за родину, за народ, за свою семью, в конце концов. То есть человек отдал 2 года родине, это жертвоприношение, с другой стороны. Для тех, кто не считает это честью, там еще чем-то, жертву тоже хорошо, то есть любая жертва угодна Богу. То есть человек служил ради ближних, ради своего народа, это тоже хорошо, полезно и угодно Богу. Ну а так вот я всегда молодым всем, кто не хочет в армию, я всегда говорю, послушайте, о чем больше всего любят говорить мужчины про армию. То есть каждый, как только много собирается, кончается чем? Разговором про армию, то, как служил, где служил. То есть это почему происходит? Потому что оно сидит где-то и остается как самый лучший период жизни. Когда туда идут в армию, то шутят там, что там 2 года вычеркнуты из жизни, там еще что-то, но возвращается, никто ее забыть не может, все помнят, и хорошо помнят, именно хорошим словом вспоминают. И это получается самый лучший период в жизни всякого мужчины, потому что он занимался тем делом, которым он должен заниматься. Потому что защита и отечества, и своих, это свойство каждого мужчины. А мы сейчас утрачиваем свойства, то есть ведется политика на ликвидацию, ну, так если можно сказать, половых свойств, качеств. То есть сейчас женщины все более и более в мужики лезут, а мужчины какие-то стали инфантильные, а это плохо. Потому что чем меньше половая разница, тем слабее воля у потомства. То есть чем сильнее половая разница, чем более мужественный мужчина и женственная женщина, тем более крепкий ген у потомства и более сильная воля у потомства. И наоборот, если они какие-то бесполые обои, то есть она у мужчины лезет, он у женщины, то наоборот, будет безвольное поколение, безвольное потомство. И мы с этим уже сталкиваемся, плоды в этой безволе мы видим, люди настолько уже зависим от всего, и от телевизора, и от компьютера, и от сигарет, и от спиртного влезает. То есть 100%, то есть безволие. А что дальше будет? И наоборот, если человек умеет себя принести в жертву, чем-то пожертвовать, это человек, который отделяется от плохого, человек, который идет по пути самосовершенствования. Человек, который в таком случае угоден Богу, потому что он ведет борьбу с плохим в себе. Но еще раз позвольте поздравить с праздником. Христос воскресе!